Французская авиация нанесла новые удары по позициям террористов в ТГИЛ в сирийском городе Ракка. Он считается столицей и опорной базой боевиков. В результате налетов уничтожены командный пункт и тренировочный лагерь экстремистов. Об этом сообщают французские СМИ. Согласно заявлению властей, в рейде участвовали 10 военных самолетов. Все они сбросили 16 бомб. За последние сутки это уже второй авиаудар по Сирии, нанесенный французами.